Переведено и озвучено Никмас. Друзья, перед началом ролика минуточку внимания. В описании к роликам будут реквизиты карты для всех, кто хотел бы поддержать нас материально. Будем благодарны любой сумме. Обязательно напишите свое имя, чтобы мы могли отблагодарить вас в следующем ролике. Спасибо и приятного просмотра. Коди, твою мать! Приветствую на испытании Monster Max 3, у нас здесь новые ракеты, все примерно. Так же, как и в прошлый раз, не считая того, что все по-другому. Сегодня будем испытывать реактивный движок с нашим новым Rockwell Turbo N-кабулятором. Это турбодвижок от Viper 11, который мы купили на eBay. Скорее всего, выставим его как третий источник энергии. Так нельзя. У нас ученый в области ракет. Ты нанял ученого? Посмотрим, достаточно ли напора в нашем турбодвижке, чтобы сдвинуть Monster Max. Давай заведем его. Можно мне пресс-папье? Просто типа придержи их руками. Сперва нужно включить хер. Нет, не надо. Охренеть. Чел, где уравнение к успешному запуску? Да-да-да. По-моему, ты сказал, этот парень знает, что делать. А можешь мне найти? Да, я это уберу. Эй, босс. Коди, гараж опять горит. Коди, так не убираются. Берите огнетушители. Чё за нах? Где все огнетушители? Ты продал их и купил огнеметы. Это так, 34 градуса. Окей, система не очень с пожаром справляется. Я пытался установить их побольше, но это не работает. У нас здесь новая консоль. Спасибо нашему механику Вильяму за это. Это был я, сам все сделал. Эй, Вильям. Не, это Тайлер. Я был здесь около года, правда? Да. Я даже не видел никого. А они предназначены для... И в этом заключается весь их функционал. Наша цель на сегодня — просто кататься на нем, пока он не сломается. Потому что нужно выявить его следующее слабое место. Мы работаем над установкой новых топливных баков для ракет. Все жаловались на то, какими большими были предыдущие. Поэтому я делаю полностью функционирующую AIM-9 Sidewinder с отслеживанием тепла. Каждая вмещает в себя почти 3 тонны взрывчатого вещества. Этого достаточно, чтобы разрушить любое большое здание или... Или что? Целый город. Я хочу проверить способности Monster Max в грязи, мы этого еще не делали. О нет! Оси полностью в грязи. Я не видел этого. Посмотри на вырытую им траншею. Это было целое, блин, дерево. Тормоза здесь работают прямо отлично. Когда жму тормоза, мы будто скользим вперед. Вау! Это жестко. Окей, сейчас будем крутить циклон. Готов? Да. Третья передача. Это было круто, чел. Они такие прям... О, да! Она даже не перегрелась. Температура норм. Эти маленькие транспортные контейнеры на пути. Они всего 12 метров в длину и типа 3 метра в высоту. Я их просто перееду.
Друзья, небольшая самореклама. Мы есть в различных соцсетях, таких как Telegram, Insta и ВК. Обязательно подписывайтесь туда, так вы поддержите нас и точно не пропустите ролики. А мы, в свою очередь, будем туда что-нибудь еще интересненькое закидывать, как только наберется там народ. А то без вас там как-то даже одиноко, что ли. На этом все, приятного просмотра. О боже! Самое, блять, время дать ему пожрать! Я чувствую, что могу проехать до конца, но я просто не хочу этого делать. Тут как будто мочой пахнет. Да, ты походу обоссался. А, это Брейди. Чё? Ну нафиг! Вот так! Давай! Окей, погнали. Почему тут написано «не наступать»? Значит, не наступать. Почему воняет? Мочой! Ты нассал в салоне, чел? Не, воняет мочой Брейди. Откуда ты знаешь, как пахнет его моча? Откуда он знает, как пахнет моя моча? Вас проверили на наркоту. Мы тебя увольняем. Там был не героин, что-то похуже. Похуже? Я сейчас жестко обосрался, аж в глазах потемнело. Ты порвал ограничительный ремень. Все окей. Мы найдем того, кто это починит. Это Тайлер будет его чинить. Черт. Посмотри на зубы сверху. Я, походу, тут реально что-то сломал. Ты ломаешь его каждый раз, когда ездишь. Слушай, у меня есть человек в Нигерии. Это скам. Коди не... По-английски. Говорит, нет, английское. Мы слышали здесь очень громкий лязг каждый раз, когда делали что-либо на высоких оборотах. Мы сняли тут защиту, ибо мы думали, что цепи начинают гулять после долгой езды. Вот это немного шатается. Это не немного. А дальше есть это. Заднее для заднего двигателя, а это для переднего. И мы собираемся насыпать песок туда и поставить крышку на место. Что? Короче, сейчас закину туда ведро гвоздей и надеюсь, что это затянет ее. Стой, это ж... Это первое. Твою мать! Первое плохо. Черт, этой штуки плохо, чел. Господи, надо ее чинить. Есть вещь, которую я всегда хотел сделать. Просто проехать через лес на спокойном, без оглядки. Мы на верхушке. Эй, мы это сделали. Тормоз пол. Это было очень жестко. Вот так вот. Что произошло? Чё такое? Я хз, но из него течет антифриз. Я базарю, у нас что-то в топливном баке застряло. Это огромный валун. Для сравнения, я ростом 2,5 метра. Неправда. Ребят! Я поставлю круиз-контроль на сотку и просто поеду. У нас есть эти прекрасные новые камеры. Это засняло немного, ну как сказать, ты переехал несколько. Я задавил людей. Почему нет ощущения устойчивости? Мы сейчас будто нахуй вылетим. Да, вот именно. Оси поднялись метра на полтора. Да, посмотри сюда. Это жесть, чувак, это впечатляет. Нет устойчивости. Это страшно. Типа, очень впечатляет. Да, очень впечатляет. Да. Теперь мы у моего костра. Зажжем его, припаркуем на него нашего монстра и проверим его огнестойкость. Может, мы покушаем? Заткнись. Мы сейчас взорвем что-нибудь.
Может, с другой стороны? Да. У вас дым из-под колес валит! Где огнетушитель? Убери телефон, там канава! Ты шалава? Нет, остановись, там канава! Ты шалава? Нет! Когда задняя часть выскочит, мы можем флипануть на долбанную крышу. Да. Она пробирается. Чё? Смотри на обороты. 14 сотен. Ты, может, притормозишь? Оу! Мой бог! Я сказал... Чё за нах? О мой бог! Я просто затормозил! Ты идиот! Ты такой лучше притормози, я такой, хорошо? Не так сильно! О мой бог! Святая корова! Ему буквально вырвало поршни! Коди! Твою мать! Дайте сдан назад! Нет! Не-не-не-не-не! Нет! Я не думаю, что Коди знает, как работают деньги. Я слегка преувеличил. Сначала ничего особо страшного не случилось, но теперь все плохо. Сейчас дайте подтяну вперед. Да ну нет! Отойди от тачки! Коди по поведению как 12-летний ребенок. Он думает, что трак сам себя починит. Чего вы все истерите? Тут же ничего. Ну может, тут бензин течет. Это шоковое масло. Кто это сделал? Кто-то что-то не дотянул. Я ж сказал, что ему поршни вырвало, и сказал не сдавать назад. Это не моя вина. Я просто ехал. Мы двигались типа на небольшую кочку, и Брэдди такой: чел, притормози чутка, и я вдавил тормоз в пол. Но это не притормозить чутка. Это несчастный случай. Потом вы мне сказали сдать назад. Мы этого не говорили, ты это сказал. И потом все это... Да. Смотри, как оно течет. Его кто-нибудь починит. Это я его чинил, но теперь не хочу. Ему теперь крышка. По крайней мере, вот здесь все окей. Давайте скажем, что я этого не видел, ибо у меня была операция на глазу. И, возможно, это... Чё это? Это баллон пропана? Зачем тебе баллон пропана? Сейчас мы аккуратно поднимем зад нашей тачки, прям до конца. Чё? Аккуратно поднимем, просто прямо. Не так, не вот так, аккуратно. Выглядит безопасно. Давай зайдем под него. Не знаю, я не хочу. Он просто тащит задние колеса. У нас здесь цепи, которые теперь держат всю тачку вместе. Теперь осталось сделать лишь одно. Аккуратно докатить его до гаража, чтобы починить. Аккуратно. Коди, прекращай ездить на нем. Ты делаешь хуже каждый раз, когда залазишь внутрь. Коди нанял меня, чтобы поставить тормоза на монстра, и с тех пор я переделал на нем все раз 10. Ты сломал крюк. Чё это такое? Видишь, это не я. Ты это сделал. У нас проблема. Я сдам назад. Нет. А потом мы докатим. Ее сначала поднять нужно. Нет, Тайлер, я так больше пожалуйста. Не могу. Нет, ты Тайлер, хочешь? Нет, просто останься, пожалуйста. Его. Окей, на этом видео подходит к концу, следите за нами дальше, в следующий раз мы будем обозревать природные эффекты, а именно огонь. Не делай этого! Стой! 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 Остановись!